Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Сейчас вечер, 6 июля, и хочу предложить вашему вниманию новую рубрику. Название пока не придумал, ну там будет видно. Если это окажется интересным, то, возможно, введу ее в постоянную практику. Буду очень коротко рассказывать, что сделано за день. То есть вечерний обход или что-то в этом духе. Сегодня весь день шел с небольшими промежутками дождик, но не сильный, а такой еле-еле, и поливать не поливает, и работать особо не давал. Поэтому пришлось полить помидоры, огурцы, перцы, баклажаны. Все это пришлось полить насосом через шланг из бака. Запас воды имеется, поскольку тем более некоторые культуры под укрытием. Притеняю их под палящего солнышка. Как кончится дождик, так солнышко жарит, ну, очень сильно. Использую для полива, ну, вот такой насос. Даже много воды не истратил, полбака только. Вот такой насосик. Его вполне хватает для полива огорода. Ну, кроме, конечно, текущих прополок, рыхления и все такое прочее, это между делом делается. Сегодня подошла пора, вчера уже можно было это делать, но вчера было некогда, сеять репу, редьку и дайкон. И вот сегодня этим делом занялся. Как это делаю, расскажу подробно, а сейчас очень коротко отмечу, что это все посеяно с перерывами между дождиками. Даже сейчас вот вечером видно, что земля была очень сырая, но все-таки удалось это сделать. Еще между делом срубил свою скромную капусту кальраби. Она полностью поспела, и пришла пора ее убирать. Ее помыли, пока положили в холодильник. Может быть, завтра начнем ее использовать. Кроме того, поскольку разрослась очень сильно трава, как только немного подсохло к вечеру, вот только закончил, выкосил травку. Оказалось, не так-то это просто. Трава уже вымахала здоровая, и пришлось приложить некоторые усилия. Использовал триммер, косит он хорошо, но все равно не очень удобно, потому что здесь и шланги, и трубы, все надо аккуратно обходить. Но как бы то ни было, все вот здесь выкошено. Здесь планируется зону отдыха сформировать когда-то. И вот сейчас здесь все выкошено. Ну и дорожка тоже выкошена. За территорией не косил, пока некогда. Еще обобрана мелкоплодная клубника. Их три сорта. Рюген, Руяна и Желтое чудо. И хотя плодоношение клубники практически закончилось, даже вот редьки и дайкон, и репу сеял после удаленной старой клубники, вот грядочка тоже, но все-таки еще продолжают некоторые сорта плодоносить. Это лорд и солнечная полянка. И вот тоже сегодня был сделан очередной сбор этой клубники. И получилось, хотя немного, но все-таки некоторое количество ягодок. Уже по ходу дела кое-что уже съедено, но еще осталось вот столько. Ну и сегодня надо будет вот эту ягодку обработать или хотя бы ее помыть, поскольку она грязная, а завтра ее пустим или на заморозку, или может быть даже сварим, пока еще не знаю. Вот собственно и все, что сделано за сегодняшний день. Повторюсь, дождик не давал чем-то заниматься серьезным. Не удалось мне уделить время ремонтным работам по восстановлению вот той сарайки. Ну, тут уж делать нечего. Посев редьки, репы, дайкона, сбор ягод, выкос травы тоже, в принципе, заняло немало времени. Вот так прошел сегодняшний, ну, теплый, но дождливый денек. В конце пожелаю всем хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.